Друзья, всем большой привет, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами компания Арбатом, с вами город Алания, который самый теплый точка в Турции. Вот февраль месяц у нас солнце, море, тепло, яркая погода, свежий воздух, друзья, город Алания, уникальный город, симпатичный город, где нет вот этот большой, это не большой город, средний город, не маленький город, здесь все есть, здесь все возможность есть, друзья, скоро хочу здесь одна вторичная жилья с вами поделиться, большая площадь, друзья, 230 квадратный метр, где-то так, и 4 плюс 1 с мебелью, с бытовой техникой, с видом на гору, на крепость Алания, друзья, очень интересно место расположения, рядом есть государственные больницы, школу, государственные школы и частные школы, рядом есть все городские инфраструктура, отлично место расположения, район оба, друзья, в городе Алания. Так что, если вам интересна более подробная информация про этот проект, друзья, вы можете заходить на нашем сайте, и номер объекта тоже я оставлю для вас, можете посмотреть. Очень интересно, на самом деле, место расположения, это название город Алания, район оба, друзья. Так что, как у вас настроение, молодая жизнь, друзья? У нас все отлично, действительно. Я люблю просто зима. Зима очень хорошо себя чувствую, как-то зима здесь. Нету вот это жара, нету вот это сильно, не душно. Просто тепло, хорошо. Зима, именно зима надо в Алании время проводить. Итак, друзья, конечно, еще богатая инфраструктура здесь. Есть бассейн, есть тренажерный зал, сауна, есть огромный большой сад. Еще очень важно, что не только здесь покупаете недвижимость, еще гараж. Гараж входит в стоимость, есть у вас отдельно свой собственный гараж, друзья, своим пунктом можете открывать. Давайте теперь поднимаемся, посмотрим нашу вот эту красоту. Поехали! Здесь еще есть, друзья, кладовка. Очень важно, это тоже, как-то у вас велосипед или другие вещи есть, вы можете на первом этаже есть ваш кладовка. Получается, что есть еще дополнительный гараж, свой собственный гараж, еще кладовка выходит в стоимость, друзья. Если вам нужно более подробной информации, что делаем, звоним через Viber, WhatsApp и Telegram, индивидуальный, даже можем снимать, вам отправить, друзья. Так что, короче, мы с вами начали через балкон, террас, очень большой, вот это все ваша территория, друзья. Вот это ваш балкон, там тоже есть угловой вот такой вид на гору. Так что, и сразу заходим в зал кухни, друзья. Очень качественно, я вам говорю, вот двойное стекло. Даже на улице не слышно все. Открываем, слышно, закрываем, не слышно, друзья. Система умный дом есть. Так что, здесь... Как видите, она так продается. Бытовая техника, мебель, все выходит в стоимости. Холодильник, профиль, вот это такой большой, огромный холодильник. Микроволновка, так что нажимаем, открываем. И духовка, все практически все новое. Здесь очень-очень мало жили, друзья. И здесь еще посудомоечная машина. По-троицки что? Аппаратор. Здравствуйте, булочек-макинисты, и вот это умывальник бланки, можно по-близски показывать? Бланки, качество, очень качество, в самом деле, как-то что-то качество хочется потрогать постоянно, друзья, так что, и телевизор, и кондиционер,
Потолки очень высокие, в самом деле, друзья, потолки оператор. Покажи, пожалуйста, потолки очень высокие и большой, много окон, светлая квартира, друзья. Тихо, спокойное место, центр Алания, практически центр, потому что оба уже центр Алании, друзья, здесь тоже высокие потолки. Давайте отсюда начинаем. Здесь я вам говорю, система «Умный дом», вы можете отсюда все наблюдать, посмотреть. Дверь тоже огромный, большой. Визитная карточка для недвижимости, друзья. Напротив сразу общий санузел, стиральная машина тоже есть. Здесь тоже шкаф, вот это длинный, широкий, большой коридор. И там, где мы с вами были, напротив тоже детская комната. Здесь тоже еще спальная комната, друзья. Аппарат покажешь, да? Без меня тоже можно показывать, потому что большая площадь, 4+1, иди назад. Давай, пускайся внизу. Все, пускаемся внизу. 4+1, 235 квадратный метр. Огромный, большой, друзья. Теперь мы вместе с вами пускали внизу, друзья. Планировка очень хорошая. Здесь дети могут жить. И здесь еще санузел есть. Еще здесь два комната. Так что одна комната, где наш оператор, одна комната еще здесь. Там тоже еще один балкон, друзья. Так что огромный, большой шкаф. Огромный, большой шкаф. Вот такой шкаф, друзья. Так что мы вместе с вами смотрели, друзья, город Алания, который самый тепло точка в Турции, где зима, нету. Зима или зима? Зима. Где зима, нету, друзья. Тепло, хорошо, свежий воздух, чистое море, пляж очень чистый, море чистое. И здесь идеальный, для комфортного жизни идеальный город Алания, друзья. Район оба с вами был, оба это центральный улица. О, я очень люблю оба. Ты любишь оператор? Интересный район. Очень интересный европейский район, зеленый, и все, городская инфраструктура есть. Еще тихо, спокойно. И наш проект здесь с вами был. И 4+1 смотрели. Много комнат, где, если вы хотите еще рожать, еще новые дети делать, если у вас есть большая семья, вот, пожалуйста, 4+1. Сцена тоже очень привлекательная, между прочим, друзья. Сцена тоже очень интересна. Сцена не скажу. Не скажу, потому что я хочу с вами общаться, поговорить, ваши голосы слышать. Вы к нам обращаетесь, я сцена скажу, друзья. Сцена очень хорошо, потому что срочная продажа, друзья. Так что всем желаю счастья. Удачи!